они легли на поле боя. Жить, начинавшие едва, и было небо голубое, была зеленая трава. Забыть тот горький год неблизкий мы никогда бы не смогли. По всей России обелиски, как души, рвутся из земли. «Война в стихах и песнях» в Ивановской детской библиотеке на Крутицкой в восьмой раз прошла традиционная акция «Читаем детям о войне». Задействованы на сцене из зала внимательно следят школьники младших классов, ребята из патриотических объединений, кадеты и, конечно, ветераны Великой Отечественной. Библиотека не единственная в городе площадка, где проходит акция. В учреждениях культуры, в детских садах, школах одновременно в один день, сегодня 4 мая, ровно в 11 часов, проходят мероприятия, посвященные Великой Отечественной на войне. Чествуются ветераны, труженики тыла, дети войны. Со сцены звучат не только фронтовые песни и трогательные строки о страшных годах войны. Актеры из театральной студии «Жаворонок» представили небольшую сценку. Фрагмент «На привале» из поэмы Твардовского Василий Теркин. Преисполненные оптимизмом советские солдаты на минуту забыли, что они на войне. Во время отдыха болтают, шутят и смеются. Зачем мы это показали? Для того, чтобы люди не забывали, что... Все на войне, чтобы не сдаваться и идти вперед, нужно было поддержать командный дух, и поэтому все старались больше шутить, играть, как-то подсмеиваться над врагом. Всего к акции подключились около 400 ивановских школьников. Для каждого это возможность открыть еще одну страницу Великой Отечественной войны. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.